Фізичні навантаження зранку – бадьорість на весь день. А в цьому вас сьогодні переконає Ірина Тернова – майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка світу та Європи, абсолютна чемпіонка України з пауерліфтингу та персональний тренер Ольга Мельниченко. Здравствуйте, дорогие ребята! Привет! Девчонки, их мамы, бабушки, все, кто не безразличен к собственному здоровью. Мы продолжаем упражнения для нашей попы. Сейчас мы будем делать гиперэкстензию. При выполнении этого упражнения идет нагрузка на ягодичную мышцу, бицепс бедра и выпрямители позвоночника. Ее можно делать гиперэкстензию с низкой постановкой упоров и с высокой. В чем разница? И так будет правильно. Но будет просто смещаться акцент нагрузки. При выполнении с низкой, когда у вас будет упираться эти штуковины, короче, будут упираться вниз бедра, у вас больше будет нагружаться ягодица. Если вы переходите, допустим, выставляете более высокий уровень, поднимается упор выше, у вас больше будут работать выпрямители позвоночника. Конечно, ягодичная мышца и мышцы бедра, бицепс бедра будет тоже участвовать, но максимальную нагрузку возьмут выпрямители позвоночника. Так как наша задача прокачать попу, мы ставим пониже и делаем гиперэкстензию. Упираемся, валики. Все, ручки за голову давай. Растягиваем, опускаемся плавно. Не бросайте себя, плавно опускайтесь вниз и на выдохе возвращайтесь в исходное положение. И здесь вот вы сжимаете хорошо ягодицу. Вниз вдох, возвернулись, выдох. Это вы делаете без отягощения. Можно еще взять блинчик с десяточкой, с двадцаточкой. Для тех, кто может позволить себе нагрузку. Берем. Можно на прямых руках, чтобы не нагружать бицепс. Вот, на прямых руках руки этого веса вообще не чувствуют. Весь этот вес будет приходиться сейчас на ягодичку. Вот, и делаем таких 20 повторений, не меньше. Вот, это следующий шаг на пути к красивой попе, которую мы потом застрахуем, как Дженнифер Лопес. Следующее наше упражнение. Положение с упором на локти. Поехали. Все, стали в упор на локти. Поднимаем ногу. И поднимаем пятку, старайтесь. Представляете, как будто вы подпираете потолок. Растягиваете и вталкиваете туда пяточку. Вот так. Это упражнение надо делать многоповторно. От 20-30 это предельный минимум. И пошли. От степени подготовки там до полтинника может находить количество повторений. Это без отягощения собственным весом. Вот. И пяточка четко в потолок. И следующий вариант это такое выполнение этого же упражнения плюс отягощение. Это было очень легко. Так, для разминочки. Сейчас усложняем задачу Олиной попе и даем отягощение. Берем гантелю и все то же самое. Плюс вес. Опа! Погнали. Зажали плотненько. Все, здесь еще бицепс бедра хорошо подключится, зажимая. И пошли. Повторений, конечно, здесь будет меньше. 10, 15, 20 максимум. И еще один из вариантов выполнения этого же упражнения в кроссовере. Мы берем такие застежечки. Оль, выпрями ножку. Вот, застежки с карабинчиком. К нижнему блоку цепляемся и выполняем это же упражнение в кроссовере. Здесь у нас будет меняться еще нагрузка линейная. У нас будет вот этот трос тянуть еще вниз. Мы будем преодолевать это сопротивление и выжимать вверх в потолок. То есть для разнообразия попробуйте и такой вариант упражнения выполнения, и такой. Оль, покажи, как это выглядит. Вот, потолочек, потолочек. Вот так, выжимай. Вот так, вот, хорошо. С радостью предоставляем вам еще одно упражнение. Это подъем таза с упором корпуса на локти и ноги. Две лапки поставили. Таким образом, чтобы здесь как раз упирались лопаточки, здесь ноги. Вниз опускаем, растягиваем хорошо ягодичную мышцу и наверх выжимаем до параллели бедра и корпуса в одну линию. Вот. Вниз вдох, вверх выдох. Делаем таких 20-30 повторений с собственным весом. Вы почувствуете шикарное жжение в ягодичной мышце, что говорит о том, что ваша попа становится лучше с каждым повторением. Но на этом не останавливайтесь. Берите вес, положите аккуратно. И теперь продолжайте работу с отягощением. Руками просто удерживайте, чтобы блин не уходил влево-вправо. С весом, конечно, у вас будет уже меньше повторений.
И сейчас мы вам покажем на десерт еще одно упражнение. Не самое любимое, потому что оно очень тяжелое. А что очень тяжелое, то максимально эффективное. Зашагивание на лавку. Два варианта. Первый, когда мы будем зашагивать и убирать ногу. И второй, с приставлением ноги. Поехали. Ставим ногу. Приставили вторую, убрали. Зашагиваем. Выдох. Возвращаемся. Вдох. Максимальное напряжение сопровождается выдохом. И второй вариант, это когда мы ставим упор ноги на лавочку. Все, и пошли, зашагиваем, не убирая этой ноги. То есть старайтесь при этом выполнении, у вас максимально напрягается ягодичная мышца, потому что нету фазы расслабления. Здесь очень важно, чтобы вы не перемещали, не смещали нагрузку на ногу, которая отталкивается. Максимальное выталкивание именно стоящей ноги, которая стоит на лавке. Выталкивайте ягодичкой. Это только дотрагивается, она не толкает корпус. Спасибо, что были с нами. Помните, если вы чего-то хотите, у вас все получится. Дорогу осилит идущий. Пока. Пока.